Ой, всем доброго времени, мои дорогие люди. Сейчас мы сделаем такой ритуал. Распутаем узел. Да, вот на такой свече, которую я сделала. То есть специально для тех, кто не может найти выход из разных сложившихся ситуаций. То есть если у вас мысли запутанные, мороки были, финансовые проблемы, то есть свеча поможет найти смысл жизни. То есть мы сейчас насущные проблемы. Вот, ведь узел сам по себе это магическая вещь, да? Мы ее сейчас распутаем. То есть вот, это такая сильная свеча, да, как бы мною сделана. Смотрите, буду читать там определенный ритуал, что по поводу откупа. После этого, да, оставляется откуп. Тут обязательно. То есть здесь мы не работаем без откупов. Мы будем сейчас развязывать узел, то есть, да, ваших проблем. Смотрите, у кого прям серьезная порча, ну, конечно, такое, да, оно, ну, не будет помогать. Прям это уже, конечно, надо лично со специалистом как бы решать эти вопросы. Сейчас загадываем себя. Напоминаю, что откуп тут у нас обязателен. Да, я думаю, что вы меня поняли. Свеча имеет определенную программу. Сейчас и финансы, то есть и сложившуюся ситуацию. У кого были запутанные проблемы в семье, то есть это все сейчас как бы, ну, решится. Загадываем сейчас себя. Загадываем себя. Будет интересно у нас гореть узел. Заклято мимо. Истина. Смотрите, сейчас он будет тогда горать. Интересно, он сейчас как-то горит, да? Прям, да, были такие путаницы. Вот именно в голове кто-то страдал паническими атаками. Смотрите, здесь, да, уже направлена специальная свеча. Да, на то, чтобы насущные именно проблемы, в первую очередь, то, что вас беспокоило, вот именно, и первое именно, да, то есть смотрите, ну вот видите, как горит медленно, тут, конечно, ну очень было много проблем, вот, и здесь, скорее всего, вам прям это желали, на кого-то мороки делали, легкие, путанные мысли какие-то у вас сейчас. Смотрите, голова часто болела, мигрени часто были, вот, да, как бы были часто, скорее всего, какие-то, кто-то ОРВИ очень часто болел, то есть, да, здесь уже конкретно что-то на вас, ну, не то, что прям вот я вижу, что на всех идут, на могилы и колдуют, нет, но что-то магическое все равно было, потому что здесь как-то, видите, вот какой-то медленный процесс, ну, уже как бы начался, то есть я смотрю, что здесь, вот, понимаете, даже, возможно, пытались, да, на вас каких-то бесов наслать, вот, чтобы... Может быть, вы там ходили, и вам казалось, что кто-то точнее дома ходил. Вот сейчас они все-все-все вытекают и стекутся.
откроется вот этот вот узел, он, ну, развяжется. Очень много, вот видите, как слез прям было дома у вас, неважно, где вы живете, в съемной квартире или там в своей, как, ну, вот наплаканное все, да, вот как люди приходят, цветы не плачут, и у вас так наплакано, вот много. То есть после этого, кто с детьми не мог найти общий язык, те найдут общий язык. Прям видите, она как шипит. То есть, да, вот как когда вам желали, чтобы это было запутано, ну, что прям вам со злостью все желали это, да. Вот смотрите, на ком-то реально есть порча, вот я сейчас смотрю, да, здесь вот этот узел не поможет, прям порчу сделали на многие проблемы, вот прям как затронули все аспекты, и, скорее всего, это было на кладбище, вот. То есть после этого вы можете прям почувствовать то, что стало легче. Головокружения частые у вас были, да, это я тоже вижу, ощущаю. То есть здесь уже, знаете, как бы вот, наверное, по чакре головы работали. Вот. То есть здесь, возможно, даже кто-то страдал вспышками агрессии. Но здесь больше как со здоровьем еще были проблемы. Вот. Но вот эта вот моя свеча, да, которая с ритуалом, она сейчас отсекет, оно полностью как бы, да, вот оно, видите, как вот оно даже как, оно даже пульсирует, пульсирует как, да-да-да, нарывом прям. Знаете, смотрите, у кого-то могут прям резко вот открываться дороги. Ну да, да, прям. Смотрите, еще я увидела, вот кто-то с тахикардией прям мучился. Я вижу, как вот одышки кому-то жабу пускали. Ну, сейчас оно у меня догорит все. Так, смотрите, напоминаю по поводу откупов. Они тут обязательно нужны. Каждый ритуал, он идет с составлением откупа. Опять же, мне тут недавно многие писали, как его оставлять, этот откуп, что как бы. Ну, смотрите, много раз я, конечно, объяснять не могу, что такое откуп. Это благодарность, да, высшим силам за проделанную работу, за помощь. Да, это обязательный процесс. Особенно если какие-то прям черные ритуалы, деструктив, и врага убрать, скинуть что-то, но не только. То есть не только. Здесь, понимаете, тоже на каждый ритуал мы должны оставлять откуп. Видите, прям как оно. Да. Прям даже не хочет распутываться, но распутается. Да, у кого-то прям действительно мороки. Распутайся клубок, он распутается, и узлы развяжутся в вашей жизни. Вот. Даже, возможно, врагам откат пойдет. Дальше перехожу, да, к тому, что я говорила вам в данное время сейчас. Откуп – это обязательный процесс. То есть посмотрели, оставили откуп. Кто может, сами оставляйте, но желательно оставлять их на кладбищенских перекрестках. Либо в лесной местности. Кто не может, оставляйте через мастера, у кого посмотрели. Да, допустим, вот у меня посмотрели, через меня оставили. Мы не можем пройти просто так, сделав ритуал, взять помощь от высших сил и уйти. То есть нельзя так делать. По поводу откупа, меня люди там спрашивали, а что, как. Вот, ну, смотрите, тут каждый кто сколько может. Здесь не будет, ну, высшие силы сами знают, насколько вы и от какого сердца вы скидываете, от хорошего, от плохого. Просто бывают девочки, они скидывают на карту, там мы вам мотку поставили, а я ж чувствую, что они жалеют. Если вы такие прям вот, как сказать, вам жадные, скупой платит дважды, лучше не надо это делать, лучше не надо оставлять, потому что, ну, здесь вы должны благодарить от души за проделанные работы. Вот.
Тем более меня еще удивляют люди, которые вообще нихуя не понимают в магии. И они мне пишут, во-первых, отвлекают мое время и говорят: «Марета, скажите, как нам правильно провести ритуал? Это вообще пиздец». Вот это все равно, что я не хирург, я не врач, я не врач на скорой помощи, да, я вообще далека от медицины, хотя это не так. Я знаю аспекты медицины, просто я рассказываю пример. Вот, приду сейчас я в хирургию и буду делать операцию. Ну, нахуя я туда полезу, если я не хирург? Вот. И зачем вы это делаете? Лучше у меня придите, спросите. Лучше у меня закажите ритуал. Не хотите у меня, допустим, закажите у других мастеров. Те люди, которые реально знают и понимают что-то, да, в этом деле. То есть, потому что делать это самим, это, знаете, это идти на прямую смерть. Это идти на прямую смерть. Ну, я не знаю даже, как вам сказать, но иногда просто не находится слов. Даже вот так заикаешься, заплетается язык, потому что просто смотришь на людей, они или отчаянные, или долбоёбы, простите, которые просто идут, как одна женщина у меня была. Я говорю: «Лена, закажите у меня лучший ритуал». Ходила, как ебанутая, сама делала на кладбище, умерла недавно, вот 4 дня назад. Поэтому лучше идти к мастеру. И, конечно, за все оставляется, ну, откуп, за любую проделанную работу. Вот. Я желаю вам всем благ, я желаю вам всем здоровья. Вот. Узлы вашей жизни распутаются. Будьте все счастливы. И еще раз, по поводу откупа, карту я указываю: всем добра.